Японский городок Китакюсю известен своим садом цветов Кавати-Фудзи, одной из главных достопримечательностей которого является тоннель Вистерия. Сады Кавати-Фудзи удивляют разнообразием цветочных композиций. Покрытая пышным водопадом растений территория парка дает возможность увидеть цветы не только в живописных клумбах, но и в прямом смысле нависающими над головой. Разноцветные кисти глицинии – белых, голубых, сиреневых, фиолетовых, лилово-пурпурных и синих оттенков – растут по специально созданным каркасам, создавая уникальные цветочные тоннели. Цветы гроздьями свисают над тоннелями, и порой так низко, что их тонкий сладковатый аромат можно ощутить, не поворачивая головы. Высота растения может достигать 15 метров, что позволяет создавать огромные каркасы для поддержки лиан с цветочными композициями разнообразных форм. На территории садов встречаются не только тоннели глициний, но и шатры, и навесные крыши, будто бы созданные природой. Глициния – род цветущих растений в семействе бобовых, который включает 10 разновидностей уроженцев Востока Соединенных Штатов, Китая, Кореи и Японии. Лозы глицинии поднимаются подобно винограду, скручивая свою основу вокруг любой доступной опоры. Они могут подняться на 20 метров над землей и распространиться на 10 метров в стороны. Столетний гигант образует цветочный шатер площадью 1000 квадратных метров. Листья глицинии достигают 15-35 сантиметров длиной. Сады Кавати-Фудзи – частный парк, вход которой стоит от 300 до 1000 йен, от 3 до 10 долларов, в зависимости от сезона. Наиболее живописные ландшафты цветущих садов доступны для осмотра и неспешных прогулок всего месяц, с середины апреля по середину мая. Однако в связи с непредсказуемостью погоды цветение глицинии может сдвинуться на пару недель до или после предварительных дат. Пик сезона «Золотая неделя» традиционно приходится на конец апреля. Фестиваль глицинии проводится ежегодно с 27 по 29 апреля. Не каждый год глицинии цветут так пышно, но даже при слабом разрастании лиан можно получить очень красивые фотоснимки этого чудесного сада. А в вечернее время суток посетители цветочного сада попадают в сказку. Город Китакюсю с прекрасным садом расположен в префектуре Фукуока, на севере острова Кюсю, в 4 часах езды от Токио. Добраться из центра Китакюсю до садов Кавати-Фудзи можно на арендованном автомобиле. Время в пути не более 15 минут. Также от железнодорожной станции Яхата ходит автобус. Сойти нужно на остановке у начальной школы Кавати. Далее 10-15 минут пешком до садов.